Роман Юрьевич Овечкин. Я еще... О, жигалка. Местом Роман Юрьевич Овечкин, наш друг, так. Гроссмейстер из России. Так, друзья, не забываем ставить лайки, подписываться. Все как обычно, донаты, колокольчики, все приветствуется. Это очень быстрый шахматист, меня быстрее. И а если быть Роман объективным, Юрьевича... то сильнее. Давненько мы с ним не играли. Прицелился к пешке d6. Давненько мы с Сергеем Юрьевичем не встречались. Так, так. А что тут так, надо ну, делать? Хочу где-то b5, там конь d7. Давненько сыграю h3. И b5 готовить потихонечку. Обычно полезный ход. Слона куда-то уведем. Так. Где b8, проводить b5 и так далее. Ну, белые что тоже тут где-то делают настоящие это шахматисты? Позиция очень сложная. g4 может вообще и разыгрывать ее не всегда просто. То есть есть еще второй план. Давайте. c4, коня на c5. Так, слон f4. Хм. Место слона на f4. Да? Роман Юрьевич, вот так. Туда его и поставлю. Ну тут конь e4. Насколько я знаю, Сергей все-таки вообще не играет Бинони. А у меня намечается тренинг по Бинони с g3. Бинони конь e4 ход заслуживает уже. Хотя я его, конечно, тоже не играю. Пока что. Конь e4 это сильно, да. Наверное, надо на него так. Напасть. Пусть он мне укрепит центр. Так, и что мне дальше делать? Давайте как-то коней этих развивать. Развиваем конницу нашу. Так. Можно взять, можно отойти. Пешка на d5, кстати, подвисает уже. Забавно, а если я действительно отойду? Тут и на d5 провиснет. Не. Мне бы коня на c4, да? Лучших времен. Место коня на c4. Ладно, c4. Если отойду, то пешка потеряется. Это я понял. Слон d7, наверное. Так. Не обостряя никаких событий. Так, вот так вот даже, да, Сергей Юрьевич? Интересно. Очень интересно это все. Так, так, так. Так, у него 4 есть ход, есть b5 сразу. Неужели конь e4 здесь есть ход? Я c4 пойду. Так, b5 тут. Угу. Кажется, у меня вполне нормальная позиция. Серьезная контр-игра. Где-то конь c3, кстати, можно было пойти, наверное, на конь c3. Нет, брать вообще не охота, а он хочет сыграть b4, да? Ну, я решил пока не торопиться. Конь b2, конь c3, конь e4. Может, качество ему отдать. Получить контр-игру. Так, ну а тут конь c3 очень напрашивается. Я думаю, конь c3 поддевнул Сергей Юрьевич, потому что и так висит. Ох. А нет, не поддевнул Сергей Юрьевич. По полторы минутки у нас. Здесь очень интересный. Напал на d6, пусть разбирается. Может на a4 да. Взять, на d1, на e4, ладьёй, конём. Вот, это пусть интересно. Разбирается. Правда, давайте я просто съем. Может быть, на g6 сейчас где-нибудь очень опасная. FG, ферзь g6. Опасные пешки, кстати. Висит на a6, на d6. А, взял. Ну, точнее, бороться против них. Ох. Вот это Сергей Юрьевич во все тяжкие уже идет, но... Чуть повеселее, чтобы игралось. Понимаете, все-таки отдается. Отдается очень многое. Правда, на d6 подвисает. Небольшой минус то, что висит. На d6 у меня. Все-таки много пешек.
Вдруг пойдут ферзи. Да елки-палки. Как-то ферзя подключаю. Фигура лишняя, позиция должна быть выиграна, объективно, но... Но не все так просто. Сейчас ферзь d6, как-то ферзь c5. Нет, сюда почему-то. Взял. Сергей Юрьевич планомерно уничтожает все мои пешки. c5 не отдаю пешку, жалко. c5 пешку жалко. Теперь на эту нападем. Вот в эндшпиль я пойду с удовольствием, потому что там пешка очень опасная. Так. Взял, взял. Или ферзь d3. Так, сюда. У нас поддержка. Успеем разменяться. Спасибо, Николай. Ну, времени нет, потом прочитаю. Спасибо большое за поддержку, друг. Вот наш 5, давайте. Так, сюда. Так, пошла пешка. Пошла пешка немножко. А, не туда пошел. Ой, елки-палки, что я делаю? Спасибо большое за поддержки, друзья. Ой, там же все идет на меня. Да что я делаю? Да елки-палки, ну... Ну как я такое проиграл? Я выиграл белку! Ура! Совершенно выигранную позицию. Флаг снес уже белки. Вообще нечто невообразимое. Блин. Как такое могло случиться? Просто выиграл, ну как угодно. Ну. Так, ну вы меня извините, это какой тур-то был? Четвертый? Просто совершенно везде выиграно. Ну время, просто время спалил. Ну вот ты уже пешка на d2 стоит, ну как угодно. Ну пойди ты слон g4, один ход ровно надо сделать, чтобы выиграть эту партию. Нет какой-то ахинею, начинает творить. Да, все-таки не до конца выздоровел, друзья, сами понимаете. Ой, и такое проиграть Роман Юрьевичу, ну это просто безумие, просто безумие. Просто слон g4, все, черные выиграли. Один ход. Мои пешки гораздо опаснее, и фигуру меня просто на ладью больше. Да, совсем не восстановился, друзья. Приношу извинения. Спасибо за поддержки, за донаты. Огромное, огромное благодарствие. Сейчас все прочитаю, друзья. Конечно, да.